Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Вот второй час у нас, сегодня среда. Я ходила в магазин Lidl. Погодка у нас отличная, тепленькая, где-то градусов плюс 5 тепла, солнышко. С удовольствием проходила, прогулялась, ходила с Ниной и с Левой. Вот. Вот так вот мы прогулялись, цветочки мои. В добром здравии, люблю я их. Надо побрызгать сегодня. Что-то как-то открывала балкон. Может быть, я их немножко приморозила. Хотя было тепло. Ну, не знаю, не знаю. А, вот листочек один отвалился. Не знаю, почему, но отвалился. Выброшу. А это второй, видите, цветочек вот выпускает листочки. Вот, хороший. Сейчас покажу вам немножко то, что я купила в Лидле. Вот это груша килограмм, упаковку взяла. Вот, килограмм грушек. Это такая сметанка. Здесь всего 10%, видите, написано 10% раса, 10% жирность. Вот такой творожок. В нем 4,3% жирности. Вот такой кисмет. Это такая шоколадная вафля фирмы Фазер. Я только вот эту Фазер люблю фирму. Другие... невкусно. И три помидорчика взяла. У меня есть салат зеленый, есть лайм, есть огурчик, а вот помидорчиков не было. И за все я это удовольствие заплатила 3 евро 90 центов. Вот. Вот такие дела. Так что. Вот. Ну и больше ничего. И больше ничего я не купила. Вот. Погода хорошая, я вам сказала. Гулять пойду еще после обеда. Вот, а сейчас буду обедать. Немножко позанимаюсь языком итальянским. И потом займусь еще какими-то домашними делами. Не знаю чем, но чем-то немножечко займусь. Вот такое маленькое видео вам показала. Просто хотела показать то, что я купила в магазине. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока!